Україні необхідно зберегти транзит газу з Росії. В цьому впевнений співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Адже за транзит блакитного палива держбюджет країни отримував чималі доходи. До того ж, впевнений політик, Україні необхідно відновити прямі закупівлі газу з РФ, адже зараз російський газ потрапляє до нас через Європу і коштує в кілька разів дорожче. Я даже исключаю такой вариант, что мы можем не подписать контракт по транзиту, поскольку это вариант очень плохой для страны. И мы не можем этого позволить, я имею в виду государство Украина. Поэтому надо делать все для того, чтобы транзит остался и приносил и деньги в казну, и, в общем-то, обеспечивал достаточно технические условия для проведения, безопасного проведения отопительного сезона. Я слышал противоречивые заявления со стороны премьер-министра. Сначала говорили о том, что все нормально, потом могут быть проблемы. Они, по-моему, сами не понимают до конца глубину и масштабность проблем. Поэтому мы будем настаивать на том, чтобы транзит остался и были прямые закупки газа в Российской Федерации, а не вот эта подковерная схема, когда тот же русский газ заводят из Европы на 100 долларов дороже и рассказывают, что снялись с газовой иглы России. На самом деле это обман людей. И мы будем требовать, чтобы обман был прекращен, были прямые закупки, и люди получили в достаточном количестве тепло зимой.